Они еще не получили дипломы, а работодатели выстраиваются в очередь, чтобы заполучить молодых специалистов. В Сургутском педагогическом университете прошла ярмарка вакансий, на которую съехались представители образовательных учреждений из разных уголков Югры. Из Нижневартовска, Когалыма, Сургутского района, Мегиона, Советского. Всего 64 организации. И это не только школы. Педагоги требуются в профессиональных колледжах и детских садах. Отмечу, для 227 выпускников, которые получат дипломы уже этим летом, было предложено больше 350 вакансий. Ярмарка для студентов – это отличная возможность в одном месте пообщаться с представителями разных организаций и узнать об условиях трудоустройства. Например, при переезде некоторые образовательные учреждения готовы предоставлять жилье. По итогам многие студенты обменялись контактами с работодателями и назначили повторные встречи для дальнейшего сотрудничества. Ярмарка вакансий – очень удобный формат, не надо бегать по городу, искать всех работодателей, то есть, да, тут все вместе, а так очень это удобно, и, ну, я обошла где-то уже 3 точно, или 4 даже, вот. Это было очень полезно, я узнала о графике работы, о том, когда лучше приходить, устраиваться, потому что у меня был главный вопрос, когда приходить, вот, до экзаменов или после получения уже диплома. Сегодня вот мы обсуждаем вопрос о профессиональной ориентации, и она не только на старте обучения, но и по ходу, потому что иногда люди сталкиваются с трудностями, жизненными трудностями. Важно поддержать человека на его пути профессионального становления. И, говорится, мы в ответе за тех, кого приручили.